Жители полян в Рязанском районе жалуются на воздух. По их словам, предприятия, которые работают на территории села, выбрасывают в атмосферу загрязняющие вещества. На очередное обращение обратила внимание природоохранная прокуратура. Природоохранной прокуратурой была организована прокурорская проверка, к которой привлечены специалисты Министерства природопользования Рязанской области, санитарные врачи, лаборатории для проведения замеров на источниках выбросов в санитарно-защитной зоне и в зоне жилой застройки. По результатам проверки будет принято решение о принятии мер прокурорского реагирования. Прокурорской проверке подверглись два предприятия – мебельное производство и производство по изготовлению пластиковых рамок. На обе организации регулярно жалуются местные жители. Теперь специалистам предстоит выяснить, каково превышение вредных примесей в атмосферу, которые они выбрасывают. На производстве пластиковых рамок, на первый взгляд, все соответствует нормам. Покраска изделий осуществляется экологичными, нетоксичными красками, а переработанный пластик вновь уходит в производство. Вопросы вызывает установка циклон для древесных отходов, которая не полностью очищает воздух от вредных примесей. Насколько опасны выбросы, покажут результаты проб. Проверили прокуроры и полянское мебельное производство. О результатах станет известно после комплексного изучения деятельности предприятия. Тем не менее, едкий запах, который тревожит жителей полян, возможно, является результатом деятельности не только предприятий, но и самих людей. Предприятия вообще у нас все предупреждены о том, что сжигание мусора запрещено по правилам благоустройства. Предупреждаем мы об этом и самих жителей. И, кстати, вот больше всего вопросов к жителям, потому что сейчас идет вот сбор урожая, и все-таки мусор сжигают. А весь дым, он осаждается у нас в низине. Здесь, на этом предприятии, тоже есть сушилки, которые в момент затопа дают дым. Ну, вероятно, вот это вот и вызывает беспокойство у жителей. О том, насколько вредными являются проверяемые предприятия, жители полян узнают уже скоро. О результатах проверки мы также сообщим в выпуске новостей.